Здравствуйте, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию обзор кроссовок Nike Metcon 4. Это самая последняя версия кроссовок для CrossFit от компании Nike. На обзоре модель полностью в черном цвете. Итак. Верх кроссовок по традиции изготовлен из высокотехнологичной и прочной синтетической ткани. Поверх сетки имеются специальные резиновые усиления для долговечности и прочности, особенно на носке и на заднике. Внутри имеется мягкая текстильная подкладка. Слой набивки между самой подкладкой и заготовкой достаточно тонкий. Язычок в метконах выполнен из материала, похожего на искусственную кожу. Язычок здесь перфорирован. В качестве фиксаторов кроссовок на ноге здесь используются плоские шнурки из ткани. Шнурки продеты в специальные тонкие, но очень прочные канаты, которые обеспечивают дополнительную фиксацию. Эта система называется Nike Flywire. Главная особенность этой модели – ее стелька. Основной ее слой изготовлен из очень толстого слоя пены для дополнительной поддержки стопы и пятки. Верхний слой – синтетическая ткань. Основная часть подошвы здесь вспененная. Подметка и боковые усиления свода стопы изготовлены из терморезины. Рисунок протектора очень необычный. Производитель заявляет, что он обеспечивает идеальную тракцию и гибкость. Страна производства этих кроссовок – Вьетнам. Теперь давайте посмотрим, как эти метконы будут смотреться непосредственно на ноге. Это был обзор кроссовок для CrossFit Nike Metcon 4. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Большое спасибо за внимание!